Здравствуйте! Тема сегодняшнего урока – Макдональдс в мире. В этом уроке вы узнаете об отношении россиян к сетям ресторанов быстрого питания Макдональдс. Наш урок состоит из трех частей. Часть номер один – Макдональдс в фактах. Часть номер два – кто любит и кто не любит Макдональдс в России. Часть номер три – почему хотят закрыть фастфуд в России. Часть номер один. Макдональдс в фактах. Макдональдс – это явление глобальное, универсальное и неизбежное. В 2009 году на политической карте мира насчитывалось 193 независимых государства. Макдональдс работает в 120 странах мира. Макдональдс имеет более 30 тысяч ресторанов, в которых работают более 400 тысяч сотрудников, которые обслуживают 47 миллионов человек в день. В России в сети Макдональдс занято 39 тысяч работников, которые обслуживают 1 миллион посетителей в день. Номер два. Кто любит и кто не любит Макдональдс в России? Давайте спросим россиян. В опросе участвовало 1600 человек, которые живут в 130 городах России. 49% российских граждан считают, что рестораны быстрого питания нужно закрыть. 33% граждан России считают, что Макдональдсы не нужно закрывать. 45% граждан были в Макдональдсе хотя бы один раз. 54% в Макдональдсе никогда не были. Почему же российские граждане, которые участвовали в опросе, хотят закрыть фастфуд в России? На последнем месте санитарные нарушения. Так считают 10% опрошенных. Причина номер три – ответ на санкции, введенные США. Так считают 12% опрошенных россиян. На втором месте – давление на российские рестораны общественного питания. Так думают 20% опрошенных россиян. И, наконец, основная, главная причина, по мнению граждан России, это невкусная и нездоровая еда. Так думают 41% россиян. Ваше задание. Посмотрите презентацию, сделайте краткий конспект. Мы продолжим обсуждать эту тему в классе. На сегодня все. Спасибо за внимание. До встречи на уроке.